Так, вот еще рыбки пришли. Ну, тут теплое что-то. Как грелочки такие. О, вон они. Кухли-лауч. А здесь как грелка. Вот, кухли-лауч. Или кули-лауч. А почему их так много? Я их 3 заказывал. По-моему, 4. Вот. Полосатые кухли-лауч. Плюс-минус 3, в смысле, может быть, больше 3 или меньше 3, это не имели в виду. Что там? И что это? И оно теплое? Да. Песок какой-то там? Нет. Малек себе вообще плавает, никого не боится. Это мои кухли-лаучи. Это что-то непонятное, издает тепло просто. И вот она в коробке была и грела коробку. Молодцы. Вот они, все-таки 4 мне прислали вместо 3. Улитки наступают. И креветка, и улитка, и кухли. Все любят эту еду. Лег спокойно плавает уже. Реально, всем рыбам это нравится очень. Блин, гупяшка рожает прямо в аквариуме. Где она? Не вижу ее. Вон она спряталась там. И никто их не трогает. Умная, стоит прямо над этим мхом, чтобы мальки могли сразу там прятаться. Полный аквариум мальков, блин.